Всем привет, дорогие друзья! Прикупил я себе на Новый год очень много подарков. Начнем с малого, наверное, и продолжим, как говорится. Взял я себе на пробу Honor 9 Lite, вот такой вот. В основном все, да не в основном, а да, все куплено у нас на территории РФ, сразу говорю, в магазинах МТС и Связной. Да, некоторые товары еще в МВидео прикупал. Все это на новогодние акции, новогодние распродажи. Honor 9 Lite взял первое. Второе — Samsung A7 2018 серии. Потом взял Honor 10 для себя любимого. Все это дело, как говорится, я решил разбавить ми-бендами третьими. Вот единственное, что ми-бенд я покупал на AliExpress, как говорилось в предыдущем видео. Был такой, у нас, как говорится, была такая распаковка с сайта AliExpress, прямо в машине, потому что курьер привез на дом. Еще немаловажная покупка для Honor 10-го. Вот такие Honor Magic серебристого цвета. Я себе взял, потому что больше они мне, чем черные, понравились. Взял для всего этого дела, если куда-то вдруг ехать, Powerbank на сайте MVideo на 20 тысяч ампер. И купил я себе вот такой вот переходничок. То есть ромбика тоже на сайте MVideo взял. Ну, для подключения смартфона или планшета к вашему телевизору. То есть вот такие вот покупочки. Все это мне обошлось довольно-таки, скажу вам, дорого. Зарплата вся ушла, ну что же не сделаешь для своих родных. Все это я буду тестить, ребят. Все это будет в тестах, все это будет потом, скажем так. Ну, распаковывать я не видел смысла, потому что все это вскрывалось в основном в магазине, сразу проверялось, то есть на целостность, на работоспособность, не отходя, как говорится, от магазина. Почему я так делал? Говорю, посмотрел очень интересное видео одного блогера, что если вы вдруг купили телефон, не нарушая, то есть, его целостности и все такое, вы можете этот телефон, в принципе, сразу же вернуть в магазине. Но, одно есть одно но. Вы не должны выходить за пределы магазина. То есть, все это делайте при продавце. Потому что бывали даже такие случаи, что со складов в Евросеть приходили вместо телефонов кирпичи. Если посмотрите, по-моему, видео называется «Евросеть опять обманывает» или что-то такое. Вот буквально тоже недавно видел, как вместо айфона, короче, мешок там с говном с каким-то пришел. Так что вот такие вот дела. В среднем обошлось. Начинаем. Все буду рассказывать потом поподробнее. Honor 9 Lite 13 тысяч. 4 на 64, если не ошибаюсь. Да, 4 на 64, по-моему. Вон. А7 17 тысяч. Тоже 4 на 64. Да. Десятка Honor 23 тысячи, 4 на 128. Так, Mi Band там что-то в районе 1500. Honor 7000 рублей я их взял за семеру, новые, запечатанные в коробке, то есть я их сам распаковывал. Вот это вот тема, что-то в районе 1000 рублей, и Powerbank 1500. Объясняю, почему так все, ну, ниже, чем в магазинах цены, потому что, ну, при каждой распаковке буду рассказывать, почему вышли такие цены. Того у нас получается 13 плюс 17, 30, 50. Так, 53, 7, 60, 1,5, 63, 64, 65 косарей, короче. В итоге я истратил вот на всю кучу этих подарков.
Хотя была мысль купить себе iPhone XR. Но она меня в конце, то есть я передумал уже, находясь в магазине. Пишите в комментариях, с чего начать обзор, с какого из гаджетов. Как говорится, по тесту все подробно расскажу. Пишите, с чего начнем. С какого телефона, с пауэрбанка или что. На каждую продукцию будет отдельный обзор, отдельно будет объяснение, по каким ценам, по каким акциям я покупал, сколько в итоге я сэкономил. Но хочу сказать, что сэкономил я, ну, нормально. Там, хороших денег я сэкономил, по сравнению, если брать все это с магазина. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Не забываем писать комментарии. Подписываемся на канал. Впереди много интересного. Пока-пока.